Друзья, всем привет! Вот мы с Виктором выбрались на рыбалку, расставили жерлицы. Сегодня отличная погода, светит солнышко. Ну и я, как всегда, не успел камеру не то что включить, а даже ее на крепление повесить и на балансир. Правда, забагрил, но щуку поймал. Еле сейчас в лунку ее протащили. Виктор мне помог. Зачетная щучка. Продолжаем рыбачить. Ребята. А вот и первый загар. Витя поставил там жерлицу на повороте. И первый загар произошел. Я ловил на балансир. Ловлю. Только посмотрел, прямо на глазах стал флажок. Мотает по чуть-чуть. Я думаю, надо дать, чтобы она начинает уходить. Я думаю, может, давай, если сейчас пойдет размотка, тогда и подсекай. Правда, здесь были, конечно, коряги. Были. Или правее, или левее. Видишь, она его разоглатывает. Пятерка, да? Может, бросила, а может. Надо, чтобы за корягу не завела. Может, подсекай тогда? Или рано? Ну ничего, я схожу, если что, принесу. Это был большой жилец тут? У меня, кстати, тоже там загорелся флажок. Да? Да. Только посмотрел. Давай, проверяю, да? Давай. Уже будем знать, тебе бежать. Вот утрешний. Подсекай резко. Нету ничего. Нету? Нету. Да не может быть. Нету, да? Нету, снял. Сорвала живца? Да. А нет. Ой, покусала. Покусала. Вон, снял, смотрите, покусала. Друзья, плотвину как пожевала. Да, ладно, снял. Я пошел. Давай. У меня там загарчик. Так, сработка. Есть пока. Не мотает. Не, пока тишина. Не мотает. Есть. Блин, ушла. Да. Держала. Видно, она его не заглотила. Но чувствовал. Очень обидно. Значит, рано. Она его держала, это просто не заглотила. За адреналином? Да. Все. Рыбы мы еще наловим. Ну ладно. Поставлю сюда же тогда. Балансир такую щучку взял. Как заглотила, как взрослая. Так, открой свое личико. Ты с твоими зубками тут не хочу бороться. Отдай, все равно же отпущу. Отдай балансир. Пошла.
такая 20 сантиметров. Думал, окунь. Да, как плотва, увидите. Там, видите, плотву наслоит. Наверное, она же. А может быть, и ее брат на той же лунке вот только отпустил и опять начала бить. 5 ударов было. И все-таки он тройник да схватила. Так. Ну, зацепило же как. Вот у него губа какая крепкая. Во. Отпускаем. Плыви. К мамке, да к папке, да зови их сюда. Я там уже на той же луночке. Блин! Была щука! И, короче, все, жопа балансиру, он раскололся. Да, вон, который был, он раскололся. И она с крючком ушла. Но была щука. Представляешь, на этой же лунке. Смотрите, как балансир. Ой, конечно, жалко. Ну, что поделать. Ой, меняем балансир. Что-то Витек... Щучка? Ну да. Ну я таких вот две поймал, отпустил. Наверное, щучка. Та же самая, наверное. Жалко даже, что привет, бля. Ну дурная, хватает. Поклевочка была, видите. Это вот и бери. Вот что. Окунь. Ты же говорил, что видишь? Да. Там стоит, блядь. Такой грамм 200, да? Ну, 250, да. Ну, видишь, есть окунь небольшой. Ну, посмотри, по каким размерам уже считать. Нормальный окунь. Ну, он берет. Витя улыбается. Он берет, но мы уже собрались домой, да? Дай-ка два мотылька еще. Ну, да, сколько тут грамм? Ну, 200, ну. 250, больше нет. Ну, вот, друзья, собираемся мы уже. Больше не было у нас выстрелов никаких щучек. Хочу вам показать вес щуки. Кило 215. Хорошая щучка сегодня. Попалась, забагрилась на балансир. Ну все, друзья, вот мы отловились. Идем уже домой. Поймали мелочь одну, видите, окуня на 250 грамм. Там парочку плотвинок есть крупных в ведре. Ну и... Отдохнули. Отдохнули мы сегодня, да. На жерлице были только холостые у нас поклевки. На балансир было пару щучек маленьких. Вы их видели. Одна была вот зачетная. И на этом все. Так что, друзья, увидимся на следующей рыбалке. Всем пока!